Правда, запись прошла. Так, сегодня мы пришли к Адольфу пробовать новые блюда. Сейчас Адольф будет нам рассказывать, как это он готовит. Сейчас поднимаемся наверх к мангалу. Все это хватит. Так, включили. Ту крышку надо, чтобы, а то он не закроет, надо опустить ту крышку. Не, вторую. Ага. Вот теперь, а то сзади там вертушок, да. Он не опустит. Не, не надо ее опускать. Так, а сзади там вертушок опустите. Да, вот, а то что-то не выскочило. Туда надо. Да. Сейчас, хорошо. Итак, да? Закрыли? И чуть-чуть. Ага, сейчас я закрыл. Все, теперь включаем. Включайте. А, включать здесь. Все, и теперь закрываем. Будем теперь смотреть. Что у нас получится? Мы поставим на это, на трансформатор. Ну, с этим все, наверное. Так, и вы тогда что-то рассказываете, Адольф? На вертеле мы сделали баранина нога, конечно, российская, наша отечественная, и шея говядина, тоже отечественная, и курица корнишон, но как цыпленок корнишон. Сейчас снимаем цыпленок корнишон, он уже готов, потому что он готовится быстрее. По маринадам я скажу, когда будет время снимать баранина и говядину. Да, ну снимаем. Угу. Так, ту крышку опустить надо. Да, мне надо только это первый раз здесь закрыть. Крышка опустить. Так, надо выключить. Тарелку смешаем. Ну это подогрение потом это чуть-чуть здесь. Это. Вот это. А что не поставил новую эту? Поставишь когда? Ну, у него была работа. А, ну все, нет. Была забава. Просто я хотел, как он оценит ее. Да. Это лучше. Просто я посмотрел на видео, когда я додумался, надо деревяшку вставлять. Да. Поставим другой для решетки, да? Да. Да, пожалуйста. Круглый. А вот это.
Мешаю? Почти готов.
тоже хороший, леший и свежий. Специи. Все готово. Все подаем готово. На стол. Угу. Пришел помогать? Да. Так и надо. Хорошо. Картошки здесь? Да. Не, вот здесь картошки. А это картошка запеченная, да? Это картошка запеченная в фольге с соусами. Эти будут другие картофель гриль. Угу. Теперь приступаем к приготовлению бараньей ноги, запеченной на вертеле. Это заключительное блюдо сегодняшнего банкета. Тяжелая. Такое. Да. Что я не обманываю. Кто обманывает? Кто сказал это? Просто многие сомневаются. Ага. Пусть идет сюда и смотрит. Да. Вот приходите сюда в этот ресторан специально для этого и показано. Да, без пробуйте. Проблем. Без проблем. Смотрите, как это готовится. Да. И какой вкус? Да. Вкусный. Вот это самое. Мангал. И не духовка, и не
происходит смена. Последнее блюдо сегодняшнего банкета. Заключительное. Оцените и приходите сюда попробовать. Название ресторана вы видели.